И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов makivar.ru, budashin.ru, budoblog.ru, korrektur.ru, drshilov.com. Сегодня я расскажу вам о тренинге Маск. Вернее, я много рассказывать о ней не буду. Почему? Потому что у меня на самом деле существовало уже масса видеороликов, где я занимаюсь в этой маске, рассказываю о ней, зачем она нужна. Также на моих сайтах, которые я перечислил, где вы найдете статьи по поводу тренировки в этой самой маске. Я расскажу вам сейчас особенности по тренировке зимой. Почему она зимой хороша. Смотрите, зимой вы выходите заниматься на улицу. Одеваться надо таким образом, чтобы вам было с одной стороны комфортно и тепло, с другой стороны вы будете заниматься интенсивно и серьезно, и вы пропотеете, понимаете? И потом будете, значит, ну, остывать. Вот. И поэтому, если вы оденетесь очень тепло, то вы можете заболеть, вам будет некомфортно, с вас будет течь, вы будете заниматься в сыром, что не есть гуд. Поэтому одеться нужно так, чтобы во время самой пиковой вроде работы вам было тепло и в то же время было абсолютно комфортно. А ведь есть какое-то время, которое вы должны задействовать до того, как вы начнете заниматься и разогреетесь должным образом. Конечно, можно с собой взять одежду какую-нибудь там теплую, в ней размяться, разогреться, потом скинуть ее, позаниматься и так далее. В принципе, если возможность есть, вы приезжаете на тренировку на машине или находитесь около дома, то так и надо поступать. Но я хочу сказать вам, что можно разогреться очень быстро, вообще даже находясь в одежде довольно-таки легкой. Вот я, например, занимаюсь около дома, и выходить в одежде теплой я не хочу. Разогреться я буду разогреваться минут, наверное, 15 до такого состояния, чтобы мне стало хорошо. И вот смотрите, когда вы надеваете тренинг маск, то любую нагрузку, которую вы выполняете, вы тратите на нее гораздо больше энергии, потому что у вас подключается гораздо больше мышц, в том числе дыхательных, прежде всего дыхательных. Это межреберные мышцы, диафрагма сильнее работает, зубчатые, косые, крупные соматические мышцы, которые подключаются в акт самой дыхания. У вас экскурсия грудной клетки идет намного сильнее, соответственно, больше мышц генерируют тепла. Вот, вам тепло. Во-вторых, вы не вдыхаете холодный воздух, дыша полной своей грудью. Даже когда вы задыхаетесь, работаете кроссфит, тренировка ваша интенсивна, у вас воздух проходит через клапаны маски, и благодаря этому он еще больше согревается. То есть вам не дует, не задувает никуда. То есть вы не глотаете холодный воздух, он у вас довольно теплый, потому что вы его сами согреваете, вдыхая в маску, вернее, выдыхая и вдыхая. Вы выдыхаете в маску непосредственно. Она разогревается, она сама теплая, она даже при вдохе сама уже согревает, соответственно, воздух. Это тоже положительный момент. То есть, смотрите, у вас интенсивность сразу повышается, то есть вы начинаете согреваться тут же. Во-вторых, вы не дышите холодным воздухом. Вот, это очень важные самые моменты. И в-третьих, можно сократить немножко тренировку на улице, благодаря чему? Потому что вы достигаете пиковых своих, пиковой, нужной для тренировки частоты сердечных сокращений довольно-таки быстро. Поэтому в тренинг маска заниматься очень выгодно. Вы выходите на улицу, надеваете сразу и начинаете даже разминку самую непосредственно, суставную гимнастику делать уже в этой самой маске. Все, вы на разминке уже начинаете быстро-быстро согреваться. Потом делаете бой с тенью тоже в этой самой маске. И можете приступать к серьезным нагрузкам, тренировкам по кроссфиту, по стрит-воркауту, по единоборствам, любую, снарядную подготовку. Все. Ну, конечно, безусловно, для работы в тренинг маск нужна специальная, в принципе, подготовка довольно высокая. Вот, если вы хотите серьезно поработать, иначе ничего не получится. И начав работать в маске, вам, в принципе, лучше ее не снимать, потому что если вы снимете ее уже, да, в процессе тренировки, то вы начнете заглатывать интенсивно холодный воздух, и это проблематично, лучше этого не делать. Вот, поэтому если маску надели, то надели. Но смотрите, если вы не очень подготовлены, чем она поможет? Вы просто интенсивность резко понизите. И, в принципе, занимаясь теми вещами, которые у вас не вызывали больших затруднений, например, даже та же самая прогулка по парку быстрым шагом, фактически вы получите такую нагрузку, как при беге трусцой. То есть вы можете вместо бега трусцой по холодному парку, чтобы не глотать холодный воздух, можете просто быстро пройтись по парку в тренинг-масках. Только людей не пугать. И все. И в принципе, у вас будет та же самая нагрузка по частоте сердечных сокращений. Жиросжигание, соответственно, будет на таком же самом уровне. Поэтому в тренинг-маск очень выгодно и комфортно заниматься на улице зимой. Что я, собственно говоря, сейчас и буду делать. Бой с тенью.